Всем привет! Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Все, let's go, 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 go. Так, давайте мы сначала сходим туда, который карты делает у нас человек, картежнику. Картограф, по-моему, его зовут. Мне интересно, вот мы убили последний раз паука и получили великую душу. Появится ли четвертый огонек? Появился. Ой, даже 5 появилось. Так, кого же мы убили? А, ну да, ну почему-то, видите, 5 штук появилось, да. 5 штук. Так, а что у нас с сундуком? Сундук открыт, да, вот неизвестно. Просто непонятно, после какого события он заново закрывается, и там появляется предмет. Но 100% я потом покажу, что он еще раз будет закрыт, я уверен. Но в любом случае, мы продолжаем дальше. Да уйди отсюда! Так, я потратил немножечко денежек на левел. Потихонечку начинаю прокачивать силу. Вот характеристики на данный момент. 126 левел, в принципе, это немного, 126 уровень. Интеллект, вера. Вера надо будет, наверное, тоже сделать 10 потом, потому что... Я уже говорю, что в идеале я хочу перейти на грозовое оружие, то есть грозовой баф. Баф грозой. Так. А, мы убили, да, паука, взяли кольцо. Хорошо, теперь мы пойдем сюда вот. Здесь у нас откроется еще один проход, который не открывался без супер-пупер великой души. Ага, это у нас темная лисия. Идем налево. Здесь один кушает. Подбегаем, делаем прокаст. Не делаем прокаст. Убиваем одного агреса. Видите, 50 человек. Ой, 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 выносливый. Ой, тяжело. Тяжело, тяжело. Ну, эти крипы, они очень легкие, конечно. Что здесь написано у нас? Жесть впереди. Ну ладно. Там, наверное, тоже много лайков было. 1010, наверное, лайков. Убиваем. Сейчас будет один с камнем, и второй будет с руки. А я его убил, получается, да? Ну ладно. Оп-оп-оп. Псих-псих-псих-псих. Оа! Так, поднимаем. Кольцо защиты жизни. О, как хорошо. Стоп, еще одно кольцо. О-о-о. По-моему, там еще мужик продает кольцо, которое мы сможем купить. И, по-моему, еще продает кольцо темный маг. То есть, получается, в итоге тогда 4 кольца. Я думал, 3. Нет, 4, конечно, это уже много будет. Нам еще бы одно кольцо, третье. Но уже, тоже 2 кольца, это хорошо. То есть, а меньше придется бегать. Теперь моя очередь. У меня хватает на 4 удара. Кстати, этот крип, он был мини-боссом, то есть он одноразовый. Так, полукруглый топор драконоборца. Ну, я вроде уже его видел. Вроде подбирали уже. Так, полукруглый топор. Ох ты, какая красота. Смотрите, 226 атака. Ха, мне это нравится. Офигенный, кстати, топор. Большая секира черного рыцаря. 60 броня. Не броня, в смысле прочность. Можно будет как-нибудь попробовать. Но он медленный, да? Хотя, фиг его знает. Но медленный, конечно. Но у него дамаг, конечно, великолепный. То есть 226 на первом левеле, плюс у него еще 80 огонь. Вау. А, не забывайте, да, из-за того, что у меня характеристики не подходят, мне поэтому больше выносливости забирает. Потому что на деле у него с выносливостью все нормально будет. Давайте поиграем им. Что ж,
Офигеть. Видимо, я нашел новое оружие, реально. Ну посмотрите, да, как же его раньше-то не видел? Надо будет посмотреть потом характеристики его на прокачку. Он прикольно вообще. Офигеть. Ну, я уже говорил, я хочу показать вам разные раскачки. И само собой, у нас и будет и голый Зевс. Да, моя любимая раскачка. Голый Зевс, который бьет молниями там по 700, по 800. Но, и скорее всего, я раскачаюсь еще в силу. Да, мы ни разу не раскачивались с вами в этом прохождении. Мы только в ловкость. А в силу уже тоже много плюсов. Да, это и ХП будет, и... То есть ловкость не качать, качать силу и здоровье. Ну посмотрите, реально я влюбился в это оружие. Какая красота, особенно когда поджигаешь. Так, а наши костра не будет, что ли, по дороге? По-моему, не будет. Поэтому сделаем так. Пока уберем топор, но, возможно, я к нему вернусь. Мне он очень понравился. Он еще большой, офигенного мата, что он большой, то есть у него расстояние еще большое, хорошее. Надо было мне отрегениться. Ну ладно. Так, пика Хейда. Большая душа. Кстати, да, мы сейчас идем. Здесь, в принципе, костерчик будет не так скоро, поэтому нужно осторожнее. То есть нам еще нужно будет много кого убивать. Не, топор шикарный, шикарный топор. Опять же, не забывайте, да, что я, например, нафармил такие доспехи, они останутся со мной на всю жизнь. То есть я могу в любой момент потом взять, вернуться и опять использовать их, правильно? Кстати, здесь скрипы, насколько я помню, они должны быть посильнее, чем обычные мечники. Почти, почти. Будет сильнее, по идее. Сейчас будет замок, да, и там тоже будет... О! С первого раза, красава. Обломок титанит. О! Как раз мне нужен был обломок. Я вот не пойму, это же тот же самый обломок, который у нас в костре стоит, у костра. Надо будет посмотреть, она это или она. Ага, да, то есть у этой там внутри, да, 4, ну понятно. Значит, я ее увидел, подождите, что-то лишнее. А, вот. Все, я запомнил, какие глаза и челюсти. Ладно. Не хочет, она говорит, ладно. Так, с оружием у нас пока проблема. Сейчас у нас будет первое испытание. Нам нужно будет убить много врагов, начиная с этих. Там что-то еще лучники стреляют. Арбалетчики, да, это вот неприятно, конечно. Поэтому лучше к себе подзывать, да, и потихонечку бить, бить, бить. Секира мне очень понравилась. Я обязательно построю характеристики. Извиняюсь. Ну, да. Слишком много бью, много, много. Кстати, возможно, здесь надо было, наверное, лучше магию использовать. The Magicable. Вот для того топора, конечно же, офигенно подойдет огонь. Задел, посмотрите. Опа. Так, осторожно, осторожно. Давай, дерись.
Нет. Успел, красава. Вася, красава. Но! Game over. Но это только начало. Давайте выпьем флягу. Теперь нам нужно убить всех этих. Используем баф именно здесь. Потому что будет много врагов, начиная с этих. На. Видите, они посильнее. Ну, капец. Один удар же сделай и все. Во. Опа. Опа. Видите, когда мы их убиваем, их не души летят в эти... В големы или что это. Кстати, насколько я помню, нужно сделать вот так вот. Чтобы они заново не распавнились, нужно прямо здесь встать. И стоять. Сначала он будет убить этих. Ну чё? Правильно, неправильно? Ну-ка, подождите. Пока дверь не открывается еще, да? Ладно. Короче, суть в том, что нужно их убивать, 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 убивать. До тех пор, пока не начнет дверь открываться. И все, давай так и сделаем. В принципе, бегут по два. Можно будет убивать сразу по два. Давайте, давайте, давайте. Опа. Я так оружие сломаю. Я что правильно же делаю? Почему он не крутит? Давай, крути. Так, здесь есть сундук, да. Многие забывают его подобрать. Открыть его. И скелеты бегут. Мощное пожигание, огненное семя. Давайте, открывайте, что за бред? На. Что-то ничего не пойму, короче. Вот, молодец, красавец. Еще не хватало темного духа, да? То есть, во-первых, я буду этих убивать, еще и темного духа. Нет, спасибо, я уж побегу. Да посрать на нее. Конченная чмошница. Крыса обоссанная. Так, что, пробуем еще раз? Да, видите, скорее всего, поэтому двери не открылась. Потому что из-за этого тупого бага. То, что это подключалось полтора недели, да? Ну, это мразь, которая решила вторгнуться. Из-за этого, видите, двери не открывались, скорее всего. Да. Я решил, короче, взять магическое оружие. Ну что, ждем опять, когда вторгнутся. Что стесняться? Чувствует. Вот, смотрите. Ну о чем я говорил, а? Все из-за этой мрази гнойной. Не моя вина, что у меня пинг 500 тысяч. Только убили двоих, сразу вошли. А она, видите, она, когда вторгнулась, да, часа 4, наверное, пыталась подключиться только ко мне. Ну что, самое главное, сейчас войти, активировать костер, если мы сможем активировать. Если нам никто не помешает. Так, там что, будут еще враги. Да, активировали. Опа. Опа. Все-таки, я говорю, вот лучше огненное оружие брать. Именно, в первую очередь, на... Ой, ну, в смысле, огненный баф. Лучше класть на огненное оружие, да, а не на простое. Только потому, что там дается хороший процент прибавки дается.
Ты убит. Так, теперь ты. И сейчас будет у нас костер. Так, у нас был обмен. Ну-ка. Здесь у нас сейчас будет стоять, да. Два, два, не один, а два, заметьте. Опа. Надо быстрее костер. Сейчас опять 15 человек будут торгаться. Это, кстати, хорошее место, да, для вторжения. Здесь очень много вторгаются. У нас есть два кольца жизни. Нам не страшно ничего. Самое главное, зажечь костер. Отрегениться, да? Нет. Буба мне не нужна. Буба, пока Буба. Отрегениться и потихонечку идти по направлению к первому боссу. Так, туда мы не пойдем. Я хочу вот сюда вот пойти. Нам нужно хотя бы все двери эти открыть. И сейчас старые знакомые выйдут отсюда. О, сразу две двери. Что-то жестко, жестко. Ну да, да, да. Ой, крутая. Ну, а я выпью еще вкусняшку. И все, что ли? Что за дамаг-то такой слабенький? А если я... Опа! 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 Ну, неплохо. Но опять же, те же самые стражи рун, да, тоже многие, когда сюда приходят, мучаются с ними. Что приходится заново их убивать. Но вы видите, как больно, да? Хорошо, попробуем по-другому. Попробуем огненную шляпу. Так, давайте все-таки сделаем огонь. Я вот не помню, стражи рун, у них, по-моему, хорошее сопротивление имя магии, насколько я помню. Сейчас мы глянем это ради интереса. Кстати, заметьте, когда вы убиваете этих крипов, да? Этих големов. Их сначала двое, да? Когда вы убиваете, потом используете костер, остается только один. Я хочу убить ее. Блин, немножко криво, ну ладно. Так, 497. Ее очень легко убивать с помощью щитка. Но я уже говорил, в этой игре щит это вообще читерская тема, да? И вообще можно пройти всю игру, ни разу не умерев. Ни разу не умерев. Ага. Вот я мучаюсь, сейчас не дерусь, да, а сейчас кто-нибудь торгнется и будет нам мешать. Ну, пускай будет так. Кстати, я опять вступил в синие стражи. Да, молодец. Ну, неплохо так. Ну, можно было получше, конечно. Ну, что-то он слабенькое, слабенький. На. И на. И все, и гейм овер. Не, очень слабый герой, очень. Так, тут у нас вроде ничего нету, да? Здесь просто стоит у нас... Это страж руин. А, вот еще эти начали. Да, давай, иди ко мне. Сделаем вот так. Сделаем вот так. Здесь, кстати, везде практически эти стражи, то есть их здесь много будет. Это надо было попробовать... Ах ты тварь, попала, смотри. Так, теперь надо быть осторожным.
Теперь мне будет больно. Но попробую делать силовую атаку. Вот так. Ну блин, а, ну попал. Хотя силовая, видите, она очень медленная. О! Вот зря я два удара, конечно, сделал. Рано, да, рано прыгнул слишком. Давай. Хотя бы нужно пронести одну сторону. В этом и есть весь смысл, да? Чтобы загорелся один факел. То есть одну сторону проносите? Да ладно уже, все, ты сдохла, сдохла. Смирись с этим. Фух, нелегко. Что же сейчас будет опять? Что у нас сейчас будет, да? Во, видите, загорелся факел. Кто же у нас здесь сидит? Все тяжелится. Да. Блин, я вот не могу нормально. Это плохо, уже осторожно. Не могу нормально сделать силовую атаку. Кстати, я вот это жёг апгрейд для нашей фляги. Ах ты тварь, а ну ты тварь. То есть теперь у нас фляга с эстусом плюс 5, то есть это максимум. Осталось только собрать заряды, там будет 12 зарядов. Молодец. Не, молодец, неплохо играет. Я все эти, все удары принимаю. Молодец тоже. Ну давай, ПВП. Тебе диспинг не помешает. Да, хорошо, здесь у нас ничего нету. Эх, мне бы сейчас заряды восстановить, мои хилки. Пойдем теперь сюда, что ли? Блин. Помогите! Помогите! У меня есть еще огненное оружие, да? Ты не туда идешь. Ну, камон. Иди сюда, камон, камон, камон. Да, да, молодец. О, как я зверски, а, все это сделал. Пепси. Молодец. Даже у ворота не работает. Так, сейчас побегу за мной. Ну, давайте. По одному прошу. А, понятно, щиток. Так, все, нет у нас больше пепси. Кстати, вот это плохая анимация, очень плохая. Вот не люблю, когда кончается у вас. На. Кстати, это уже сразу. На. На. Кстати, Нященко похоже на Юлию Тимошенко, похоже. С косичками также. Нет, мы до конца будем. Я здесь уже. На колени все пали. Фух. Так, копье каменного солдата. Странно, почему дверь не открылась? Наверное, хотят, чтобы я ее убил.
Ага. И мы будем держаться максимально близко к ней. На. Не уходи. Блин, опять силовой сделал, все мимо. Раз, два. Ну, трис. Раз, два, трис. Нет? Так. Извиняюсь, какого фига у меня не открывается эта чушь? Я же убил абсолютно всех. Кольцо солдата короля. По-моему, парашют. По-моему, вес увеличивает. Да. Фигня. Очень странно. Обычно они всегда открывались с самого начала. Очень странно. Пробуем сделать так. По идее, сейчас я нападу на них, и, скорее всего, дверь должна все-таки открыться. Но странно, что она не открывалась до этого. А, по-моему, их нужно было убить прямо вплотную. Ой, блин. Мне больно сейчас будет. Да. Эй, блин, не то. Так, убираем. Убираем. Все. Хорошо, пойдемте. Тогда просто пройдем. Сейчас же опять мы не будем 20 раз убивать. Просто пройдем мимо. Там, по-моему, ничего нету. Там сундучок, да? Ну потом я его возьму. Да пошла ты в попу, а. Да куда она пойдет? До самого босса? Пошли. Так, ну что ж, let's go. Хотя бы первого бы босса убить. Этого, оказывается, по-моему, ничего нету. Я этого не вынесу. Так, тут у нас надо поднимать плюшки. А, ну вот еще, да. Эх, ладно. Ну, само собой, это у нас вода, которая разъедает доспехи. То есть, если мы не снимем доспехи, да, будет больно. Не больно, они все сломаются. Молодец. Как я буду с ним драться, если у меня даже оружия нет? Так, по идее, он должен быть впереди. Запомните, когда отторгается кто-то. Ну давай быстрее. Только время тратим с этими красными духами. Это кольцо самое главное. Да хоть 20 раз ударь, я тоже умею бить. Видите, она бьет, да, потому что у ней
Почти схватила за спину. Да, смотрите, опять же, да? То есть вроде она ко мне не подошла, она меня каким-то образом бьет. Ну, я говорю, это ПВП, лаги. Ну, мразь тупая. Нет, без шансов. Я уже говорил, что с таким пингом ни одно ПВП мы не выиграем. Вы видели, она била меня, когда я уже отошел давным-давно. Посрать. Ох, тяжело, я чувствую, будет локация очень тяжелая. То есть я даже не могу дойти до босса. Не могу просто дойти. Да. Ладно, тогда мы сделаем так. Хотя это смысла, в принципе, никакого не имеет. Но ладно, сделаем таким образом. Мы сейчас вступим к Авинам. Пускай нас спасают. Заметьте, в тот самый момент, когда я полностью разделался, все кольца снял, пришла эта мразь. Такая говорит, такая, привет, у меня хороший пинг, давай я тебя убью. Ну хорошо, давай. Пускай свою самооценку потешит, пускай. Мы в любом случае пройдем игру. Пофиг, пускай они хоть вторгаются миллионы раз. Так, хорошо, это мы взяли, это мы сюда поставим. Сюда поставим это кольцо. Кстати, когда вот начинаем у лазурного пути, да, начинаем с этого и носим эти кольца, ни разу мне не помогал синий страж. Ни разу за все время. И вот это вот самый оптимальный набор. Ну и шмот, который я снял, чтобы достать вещи. Так, и тапочки. Ой, сколько у нас много стало лишнего свободного места. Смотрите, аж 61% занято, и 9 свободно. Ну и идем еще раз. В любом случае, они не могут это всю жизнь, каждую секунду вторгаться, уж в любом случае. Пускай убивают, мы будем чинить кольца, и так будет циклично. Другого варианта я просто не вижу. Потому что когда тебе бьют за километр, да, с меча, мечом бьют за километр. И дамажит. Это без вариантов даже, можно не пытаться. Так, просто проходим. Зачем мне убивать миллионы раз одних и тех же? Смысла нету. Тем более сейчас будет опять драка. Так, здесь мы уже были, потом сюда. Здесь, видите, тоже льется жидкость, которая разъедает доспехи. Надо быть тоже осторожным. Так, эта дверь что ли закрыта? Нет, закрыта. Большая душа, мерцающий титанит. Мне все равно на ваши плевки абсолютно. Так, туда я прыгать вам не советую. Поднимаемся. Ох, как вас много-то. Ой, как много вас. Как у вас много, а? Как у вас много. Мимо. Все мимо. Кстати, вот эта вот картина, она порчена будет. То есть дамажит и отбирает человечность. Ох, так хорошо пробило. Не самое лучшее место. Ну, это бот, это очевидно. Видите, просто боты легко убиваем. Хотя многие игроки, они играют хуже, чем боты. Просто, я уже говорил много раз, пинг это абсолютно полностью все решит. Абсолютно. То есть ты можешь голый с руками, да, с кулаками забить того, кто лагает. Просто в легкую. Так, ждем. И рубим, рубим.
Кстати, у нас скоро будет же босс, совсем скоро будет босс. Еще, заметьте, на этой карте, в этой локации, очень мало секретов, очень мало. Но я, наверное, до босса не дойду. Вот она говорит, чтобы мы навестили короля. Мы это, в принципе, сейчас и должны сделать. Так. У него, по-моему, сопротивление огню для этого босса. Ну что ж, попробуем. Босс. Неприятный босс. Смотрите, один, короче, будет стрелять из лука, да? Да. Видите, один стреляет, другой бьет. Молодец. А, опять же, смотрите, не он молодец, а ушник молодец. А он просто кривой. Так. О! Так теперь вас двое, да, стало? Прыгай! Почти прыгнул. Нет, это уж нечестно. Прыгай! Тебе один удар, ты можешь расслабиться. Опа! Смотри, заметьте, он послабее, чем тот. И ты тоже сдох, три удара, все. Эх, нормально, пойдет. Всех боссов проходим с одного раза и пойдет. Так, здесь сейчас будет костерчик. Костер. Ну все, я доволен. Хотя бы в этом выпуске убили босса. Это уже хорошо. А может быть, мы убьем даже два босса. Что ж, попробуем. Посмотрим, сколько по времени будет. Эти птички, они вроде ничего не делают. Здесь еще есть такая тема, вот она, да? Тоже типа мини-босс, короче, там есть. Кстати, я могу оставить помощь. Ладно, это я уже сам буду потом, когда после видосов буду помогать другим проходить этого босса. Так, ну выше, по-моему, нам не надо, но можно сходить, я не помню, что там. Так, ну это я помню, да, еще больше, давайте больше. Больно бьют. Так, то он будет у нас все время за щитом, правильно? Забейте. Ну и чё? Ты будешь прятаться, да, опять? Я вот не понял, как же за ту дверь нам зайти? Надо быть с той стороны. Вот вверху стреляют, да их тоже можно убить. Это типа тоже мини-босс такой. В любом случае, мы сейчас пойдем сюда вот. По-моему, здесь и да, можно будет обойти. Точно, можно, да. Сейчас будет много каменных статуй. Как известно, у статуи нету ничего. Нету мозга. Да, выносливость.
Плохая выносливость, плохая. Пригенился. Ой, потыкал, потыкал, все, молодец. Подыхай. О, кусок титанита, да? Как раз мне нужен был кусок. Это он, видите, активирует лифт. То есть он опускает лифт, а потом мы уже сами сможем поднимать и опускать его. Кстати, да, подождите, здесь же еще будет геморройчик-то у нас. Дальше сейчас будет такое помещение неприятное, я вспомнил. Ой, там много лучников. Кстати, а что же это за лучники-то, а? Что же это за лучники? Знакомо что-то. Это мой сет, не одевай мой сет никогда. У них, видите, большие луки, они очень сильно дамажат. Молодец. Скорее всего, я уже сдох, да? Да. Ой, больно пробивает, больно. Больно, больно. Ну, давайте сейчас еще раз перемотаю. Так, я вернулся, попробуем еще раз. И более не забывайте, что у них такой же сет, как у меня. Пускай еще раз выстрелит. Молодец. Сами понимаете, это скилл, увороты и все дела. Ну вот, у него сет, как у меня. И поэтому... Поэтому я его никогда не убью. Поэтому у него сопротивление хорошее именно против огня. Сейчас меня попадут, наверное, да? Быстрее бери огненный шторм, пойдет. Большой лук, ну-то у меня есть. Больно дамажит, да, реально. Вот эти вот большие луки очень сильно дамажат. Интересно, у меня хватит заряда? Не хватит у меня заряда, ну ладно. Кстати, он вблизи не может вас попасть вообще никак. Видите, куда нацелен лук, да? Я могу спокойно отойти. Отойти и убить. Так, здесь, кстати, ловушка 100%, я помню. Мы по времени не успеем к боссу, к сожалению, но ничего страшного. Я буду тогда помогать другим, хотя бы убить этого мини-босса. Сейчас будет мини-босс. Вот надо будет хотя бы убить его. Смотрите, пошел почему-то именно первый это, хотя он стоял дальше всех. Мамонт. Мама! Ай, больно. Я тебя хочу убить. Я-я-о. О! Выносливость. Хочу купить. Дешево. Сердито. Стоп, подождите, он хочет меня убить. Так не в моих планах. Так, ну-ка попробуем. А, засранец. На. На, блин. Не могу сделать удар сильный. В заду. Хочу сделать ему в заду удар, не получается. А чтобы он меня ударил, вот еще раз, ударь меня, я обойду тебя и убью. Он мог бы сейчас, мог. Мог бы, да не смог бы.
Да, здесь у нас еще один друг. Большая, блин, локация, очень большая. Айч! Ауч! На! На! Ну, еще разок. На. Так, шлем у нас есть. Мы открываем сейчас здесь проход. Это та самая сторона, где я был. Так, порошок для починки. Это вот та сторона. Помните, где была такая же дверь и такая же решетка? Но нам нужно пойти наверх. Именно наверх. О, осколок фляги. Отлично. Кстати, по идее, это последний осколок получается. У меня, получается, будут все осколки фляги. Здесь, по-моему, секретиков нет, насколько я помню. Короче, ладно, не важно. Я потом, когда буду видео смотреть, попробую вспомнить, где есть секрет. А, знаете, еще одна каменная стена, да? Я знаю, какой здесь ключ нужен, я в курсе. Опа, опа, опа. Опа. Так, опасно, опасно, опасно. Отходим. Нормально пробил. Кстати, когда вас вызывают возле последнего нашего костра, да, для помощи, и вы, если убьете именно этих, это засчитается. О, как хорошо пробил мне, молодец. Это засчитается как выполнение вашей миссии. Это хорошо. Ну и все, в принципе, все. Эту часть мы сделали, здесь мы все зачистили. Так, подождите, а я что, отсюда не могу вернуться теперь? Не, скорее всего, нельзя, по-моему, да, потому что где были эти статуи, я спрыгивал. Ну ладно, тогда придется нам обойти. И все, и будем заканчивать. Или пускай меня убьют, да и все, чтобы не мучиться. Хорошо, мы убили босса, двойного босса. Опа, опа, опа. Кстати, это они и стреляли, эти ушники, заметьте, больше никто не стреляет. Мы убили большого босса, у нас уже время, в принципе, прошло. Есть немножко времени, хотя смысла от него нет. Ну давайте я еще покажу одну вещь и все. И мы закончим. А я буду потихонечку фармить немножечко. Так. Да, нам как раз нужен будет ключ для этой двери. Все, в следующей серии мы по-любому этот замок пройдем. И уже будем проходить новую локацию. Она такая, по геморройнее тоже. Геморройная локация, геморрой. Там много магов. Ой, там еще и босс такой неприятный. Что же здесь такое, а? Здравствуй, сынок. Он злится, злится. Так, нам нужно, во-первых, открыть сундук, чтобы взять ключ для нижней двери. Вот. Там будет чисто уже босс еще один. Открывай. Сосуд души. Очень хорошо. Кстати, я посмотрю еще про этот топор. Мне он реально понравился. И я скажу больше, я такого топора ни разу не видел, что кто-нибудь носил. То есть это будет даже оригинальность.
Также за игру я нашел очень много всяких заклинаний, тоже хорошо. Чтобы потом, например, прокачиваться в мага. Красивый сет, очень красивый. Я говорю, по доспехам это один из самых лучших сетов. Именно по весу, да, и по прочности. Есть еще пара повыше, но они очень тяжелые, то есть это слишком много ФЗЧ прокачивает. Но я хочу попробовать тогда вообще, я построю протопор, если он мне реально понравится и характеристиками своими, то я попробую с ним, но уже без одежды, потому что это самый большой минус, если вы играете очень тяжелым оружием, типа дубины, огромные топоры, и на вас тяжелые доспехи, то вас будут убивать со спины всегда. Все, давайте сейчас мы отправимся. Все, хорошо, мы сделали свое дело. Нашел сосуд души, это очень тоже хорошо. Так сказать, можно будет побаловаться. Опять же, если я все свои характеристики ФЗЧ переведу, например, в другое, да, например, в силу, будет гораздо больше эффекта. Так, мы нашли еще, по-моему, осколки и кусок. Куском. А мы не будем тратить, потому что я, возможно, буду другое оружие носить. Так что потом посмотрим. Пока мы просто подойдем к ней. Садимся на колени вместе с мужиком и смотрим, что у нас здесь есть. Нам нужна сила, в любом случае тридцатник. О, как она мало увеличивает. А, сорокет нужен, в любом случае сорокет. Смотри, как мало, да? Всего лишь атака на одну единицу увеличилась. Или 80 хп поднять, или всего лишь 4 стойкости. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ладно, поднимем силу, потом я в любом случае, если что, перераспределю. Я бы сделал, знаете как? Я бы сделал, например, с топором и в мага. Как вам? Честно сказать, я никогда такого не делал. Не знаю почему. Если я играю, например, за топор, я играю с топором. И все, и качаюсь чисто в топор. Играю за мага, чисто в мага. Одни заклинания, там, дамаг и так далее. Но чтобы нормально, это, маг с топором, например, не забывайте, что у топора, например, огонь, да, также скалируется и от интеллекта, по-моему, или веры. То есть для него нужны эти параметры. Параметры мага, чтобы еще плюс увеличивать атаку огнем. Так, здесь нас никто не может призвать. Как раз мы сейчас будем уже заканчивать. Время у нас нормально. Мы убили босса, самое главное. То есть я свою задачу выполнил. Видите, еще плюс в чем, когда мы не продаем уже в средней стадии игры вещи. Вначале это ладно, там одна ерунда. Потому что мы находим вещи, видите, более-менее лучше, все ближе и ближе к концу игры. Вот плюс в том, что мы не продаем, да, потому что мы можем использовать сосуд души. И потом в любой момент подобрать нужный нам итем. А, Б, С, Д. А, Б, С. Скорее всего, у него сила будет Б. Надо посмотреть. Мне кажется, мое оружие сильнее, чем это оружие. Как ни странно. А давайте посмотрим таким образом. Ну, она очень красивая. Никогда не видел такого. Никогда. Вот видите, это парирование. Опс. А, нет, подождите, это скорее всего. Да, это щиток пробивает. Кстати, вообще офигенная тема. Я хотел вот что посмотреть. Двуручный меч черного рыцаря. Какая хорошая тема. А, ну вот, смотрите, как у мата, да еще так огнем. Ага, он апгрейдится мерцающим титанитом. По идее, тогда у него всего лишь 5 левелов, да? Тогда, наверное, оружие не такое уж и сильное. А, это будет... Стоп, ну примерно у него атака где-то 326 примерно будет. 326. Я посмотрю, ну красиво, красиво. Я хочу,
Я уже говорил, да, я хочу использовать сосуд и прокачаться чисто в силу. Начать какое-нибудь оружие на силу, чтобы было много хп, и при этом не носить тяжелые доспехи, а чтобы просто было очень много хп. Неплохо, не забывайте, опять же, я уже говорил. Из-за того, что у нас оружие, видите, не подходит, там крестик стоит, да, у нас выносливость больше расходуется. Вот он сует. Ну-ка, а силовая атака? Нет силовой атаки, что ли? Вот она. Силовая атака, конечно, медленно. Ну-ка, если вот так просто бить. Оп. Ну, бьет, конечно, он, да, ну, очень медленно. Хотя попробовать можно, какая разница. Это хорошее оружие, ну, прикольно. И он бьет, смотрите, чисто по низу. Не, мне вот это очень сильно понравилось, ну. Кстати, если его зачаровать на огонь, у него еще больше будет атака огнем. Особенно вот это красиво. Когда анимацию накладываешь, такая балда. На! Ну как, кто здесь у нас желающий? На! О, мимо. На! Но! Все, последнее попробуем и все. Так, что-то он не хочет мне показывать. Бывает такой баг, я не знаю почему. Потом сменим это и попробуем вот так. Само собой, два бафа на оружие нельзя накладывать. То есть он просто убирает старый баф, накладывает новый. Почти. Первый блин комом. Опа. На! Нифига ты счастливая, я говорю, тебе так повезло. Ну, такому топору надо будет привыкать. Нифига себе. Что-то им всем все равно. На! На! Странно. Ладно, я посмотрю. Еще у нас есть ногти, да? Вот. Ну, чары здесь не нужны, я просто прикалывался. По стольнику наносит очень слабо. Ну ладно, давайте это сделаем так. Скорее всего, в следующей серии я подумаю и, скорее всего, мы перекачаемся опять. То есть вы видите, во-первых, мы сейчас проходим абсолютно спокойно. Я могу убить абсолютно всех боссов. Еще ни с одним не было проблем. Заметьте, мы убиваем боссов с одной попытки, да? То есть сразу же пришли, убили. Но мы, скорее всего, попробуем еще одну раскачку. Я говорю, в этом будет уникальное прохождение, да? Много вариантов раскачки. Я посмотрю про этот топор, характеристики, плюсы, минусы. Может быть, я другой топор подберу. И я хочу, именно я сказал, да, силу. Хочу силушку богатырскую и хп, много хп. Хотя бы там 2500, хотя бы так. А у нас сейчас, видите, хп, да, всего лишь 1500. Но это не дело. Так что давайте до следующего выпуска я разомнюсь, придумаю что-нибудь, и потом опять сменим имидж. Все, пока. Пока. Пам-пам-пам-пам-парам.